Животные – это эффективное, а главное – приятное лекарство. Так считают организаторы экскурсии для детей-инвалидов на ранчо Лукино, приуроченное ко Дню защиты детей. Вместе с родителями ребята получили возможность увидеть зверей и птиц и пообщаться с ними. Семьи, воспитывающие детей-инвалидов по сахарному диабету, это, и видите же, не только дети, но и их родители. Наши мероприятия обычно мы проводим по-семейному всегда, чтобы детки были вместе с родителями, чтобы это было теплое отношения такие не только между детьми, но и между семьями. Посмотреть, как содержатся животные, узнать об их жизни и угостить лакомствами – для многих городских ребят такой досуг в новинку. Детям нравится кормить уточек и курей. Так что зимой выезжаем в лес на санях, летом на экипаже. Организаторы уверены, общение с животными вызывает у детей положительные эмоции и помогает на время забыть о своих проблемах. Поэтому подобные поездки будут организованы еще не раз. Анна Воинкова, Александр Меньщиков, Андрей Бахарев. Телекомпания «Регион 45».